Доброе утро. Продолжаем тут копошиться в Farmers Dynasty. Чё, Рекс, как жизнь молодая? Все нормально? Отлично. Подоил я уже кур и этот собрал яйца у коров, так что все нормально. Мы сейчас выдвигаемся, знаешь, куда? Ой, это не та кнопочка. Выдвигаемся. У нас тут, кстати, есть некоторые задания. Вспашка в основном, конечно, но есть один транспорт. У нас еще вот тут застенчивая Лидия живет, у которой есть разбрасыватель удобрений. Вот что у нее есть. Так что мы сейчас берем трактор. Кстати, что похвастаюсь. Скосил я всю траву, решил посмотреть, попробовать триммером на территории... Не понял. Ты выросла или я забыл? В общем, скосил я всю траву триммером на территории своего этой фазенды. Ничего, никакого уважения я от соседей не получил, поэтому кто-то, короче, мне подрассказал басни. Но зато я захренякал почти всю крышу, там с той стороны, по-моему, осталось, этими вот этими панелями солнечными. И хочу в итоге потом все перекрыть солнечными панелями, какой-то доход это приносит и типа якобы уважение соседей. Нахрена? Почему? И откуда ноги растут, непонятно, почему люди меня уважают за то, что я... Ой, с камерой тут, как всегда, вопросы. А, нет, я всю перекрыл даже. Да, всю я умудрился перекрыть. И сейчас мы двигаемся к Лидии. Лидия у нас аж вот там вот 2 километра до нее ехать. Но ничего, я думаю, что мы справимся. Давали много советов. В основном, конечно, спасибо, дельные. Вот, но иногда говорили, что все неправильно, ты не так играешь, как я хочу. Поэтому, ребятки, ну, к сожалению, я не вы, или к счастью, а вы не я. Поэтому я играю, ну, конкретно что, да, то есть я никого ни в чем не осуждаю, ничто, но просто я как бы играю так, как играю я. Вот, поэтому, если есть что по делу сказать... то милости просим в комментарии. Если просто как бы сказать, что я все делаю неправильно, дурак, то тогда я не знаю. Ну, в общем, суть в том, что едем к Лидии, сейчас будем смотреть, что она там хочет, и забирать, разбрасывать. Долго, конечно, ехать с одного края. Привет, красавчик, я Лидия. А привет, Лидия. Хотел спросить, не нужна ли помощь, я ищу работу. Ну, раз уж ты спросил, да, помощь нужна, но боюсь, ты не справишься. О, черт. А только скажи, я много чего умею. Земледелие, ремонтные работы, что хочешь. Как мило с твоей стороны, но у меня проблема иного рода. Так. Да, понимаешь, есть один мужчина, ну и он, то есть, я... То есть, что, да, давай вываливать, что там. Well, ну, он такой обаятельный и привлекательный, такой чудесный. Я хотел бы позвать его на танцы в субботу, но он ужасно стесняюсь делать это сама. Охренеть, ты что, подружка? А на самом деле, я с ним даже заговорить боюсь, хотя очень-очень хочу. А со мной? Думаю, я могу с ним поговорить, но за спасибо я не работаю. Я что угодно, солнышко, что угодно, чего ты хочешь. Мне не помешало бы оборудование, этот разбрасывать удобрений тебе нужен? Если поможешь мне, он все равно больше не понадобится, но если у тебя получится, то забирай его нахрен. Попробуй что-нибудь сделать. Что за кавалер у тебя? А его зовут Уилл, Уильям. Его дом ниже по дороге. Дом очень красивый, мимо не пройдешь. Я пошел. Опа. Так, ну, со мной она разговаривает довольно как-то смело. И красавчик, и все на свете, и тоси-боси. Так. Давай посмотрим. А ниже по дороге это где? Ни хрена себе ниже по дороге, ты сдурела. Это же полдня идти. Ладно, бежим тогда на остановку. И поедем к этому чуваку на автобусе. Так будет быстрее, потому что сейчас стоять, ждать с моря погоды вообще не вариант. Ну, в смысле, ехать на тракторе. Если бы на машине, тогда да. Тогда вопросов нет. О, Бекки, привет. Бекки, кстати, очень довольна нами.
Как тут в этой игре пишут, что увлечена. И причем все увлечена. И собака увлечена, и кот увлечена, и мужчины увлечена. Все увлечена. Так, в смысле, а, вот остановка, да. А остановка нам нужна, 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 вот аж тут. Ага, хорошо. Так, тихо, не сбивайте меня, пожалуйста. Я хочу вот сюда вроде же. Очень жалко, что пропадает все, кроме на карте, кроме остановок. Потому что вообще непонятно, что происходит. А, да, ты где? Вот очень красивый дом. Да такой же, как и у всех. Вильям, Вильям! Кусок. А, это вот тут тусня. Ни хрена себе Вильям тут тусит от души. Вильям, а чё ты тусишь? А, он, короче, копает, а все смотрят. Здорово, ну я просто проезжал мимо. Да, кстати, ты знаешь ту женщину, что живет выше по дороге, Лидию? А кто же не знает, такая красавица, только застенчивая. Я пытался заговорить с ней, но она, кажется, избегает меня. Очень жаль. Женщины. Слушай, возможно, это не мое дело, но я уверен, что она будет рада, если в эту субботу ты пригласишь ее танцевать. Вот как? А я-то думал, что она не это... Ну, тут уж, короче, поверь мне, я все нормально. Ну что ж, звучит отлично, черт возьми, и я в деле... Черт возьми, а удачки, увидимся, ковбой. Конечно, спасибо. Да хорош трындеть, вы задолбали. Шо вы тут не машете все, тарахтите, я не могу нормально поговорить с Вильямом. Задолбали. Че, из вас кто-нибудь вменяемый есть? София? Вроде ничего. Все, остальные... Идите в баню. Задолбали. Ты че там в курятнике роешься? Иви. Так, ну что, вот. Развращаемся. Развращаемся обратно к этой подружке. Говорим, что все охренетительно. Твой ковбой хочет танцевать тебя. Кстати, сколько стоит такая машина? Мне сказали, что машина стоит... вернее, на ней можно доставлять всякое. 37 тысяч, блин. Много, извините. У меня нет 37 тысяч. У меня вообще нет денег. У меня 1400 евро. Поэтому я как бы это, да. Угу. Ага. Ай, в смысле, а куда я прыгнул? Эй, эта карта, конечно, такая. И, какие игра? Примерно. А я не туда прыгнул. Алло, верните меня, пожалуйста. Вот сюда. Короче, случайно можно нажать и как бы летишь хрен знает куда. Лидия, Лидия! Он хочет тебя! И ты хочешь его, и властью, да, да, где я объявляю вас мужем и женом. Блин, еще бежать полдня, твою мать. Че вы урожай не собираете, бомжи? Яблочко. Опасть. Два яблочка. Три яблочка. Я немножко подживился тут, спасибо. Но Бекки будет не против по-любому, она хорошо ко мне относится, если что, Эндрю даст по шапке. Так что все пучком. Бежим. Бежим, Лидия, Лидия. Я знаю что-то. Брось эту херню. Я так счастлива, все мысли только об Уильяме. Да? Сейлку мне отдай. Поздравляем, ты получил разбрасыватель и помог девушке в беде. Можешь гордиться собой. Могу. Да. Девушка с высшего общества. Забираем разбрасыватель. Довольно-таки какой-то весьма интересный разбрасыватель. Но я так подозреваю, что для этого говноразбрасывателя нужны это что-то содержимое туда засыпать. А где его засыпать? В магазине, наверное. А, так у нас есть. Подожди, а у нас есть? Вызвать буксир. Не-не-не, подожди, вызвать буксир. У нас есть пшеница. В смысле у нас 0? А, вот 620. Семена пшеницы есть, удобрение. 220 килограмм у нас есть в наличии. Хорошо. Наверное. Ну да. Влажность идеальная в теплице. Уф, вообще.
Все, поехали домой нахрен. А в следующий раз, ну, в смысле, да. Подожди, а что у нас получается так-то? О, новые задания появились. Опять спрашивают? Да, блин, новые, так как не очень-то и новые. Все время вспахать поле надо. Но, кстати, мы можем сейчас доехать до Редбери Тауна и пообщаться с кем-то, что там кому надо, какое-то задание. Давай едь, в смысле, трактор, алло. Во, да, вот примерно так. Подъезжаем, тут какая-то очередная движуха. Здрасте. А чё это вы тут собрались? Здрасте. А кто из вас что хочет? А, Кристоф, ты хочешь что-то? О. Здравствуйте, Тамара. А вы ничего вроде. Чё, по приветики, доброе утро. А погодка-то ничего, а? А еще бы. А может быть, я могу чем-то помочь? No, нет, не сейчас. А как тебе последние новости? А Миранда беременна опять? А я не так, ты так хороша, что я чуть не потерял дар речи. Так, а ты, я тебя не знаю, короче, иди нахрен отсюда. А теперь ты меня знаешь? Смотри, я тебе говорю, ты так хороша, а ты такая... Как круто, ты так чудесный, ты очень милый. Вот, спасибо, 2 минуты прошло, ох уж эти женщины. Тамара относится к тебе с симпатией. Отлично, так, ты слышишь, Кристоф. Здорово, чё там этот, тебе надо доставочку сделать. Я ищу работу, дружище. Есть чё-нибудь? Надо мне действительно кое-что нужно. Принесешь мне одну посылку, она сейчас у моего друга. Это изи пизи лемон сквизи. 266 евро мне пригодятся. Так, теперь вы отслеживаете это задание. Щелкните куда-нибудь. 3 километра? Ты серьезно? А куда ехать-то надо? В самую ж... Я понял. Ну, выдвигаемся тогда. Сейчас я думаю, что мы быстренько за 2 секундочки 266... Ну как за 2 секундочки? Надо сгонять, конечно, будет. А где остановка-то? А вот прямо остановка. Все. Выполняем доставочку, ребятки. А, все. Вот и посылочку я доставил. Быстренько тэп... Ой, в смысле, вот посылка, которую... А что так? Эй, я куда? Это тебе, дружище. Спасибо, спасибо. 266 евро мне не помешает. Там какая-то толпа, тут толпа. Вы чё все? Здорово, подружка. Слышь, чё? Огоженица. Да. Чё ты? А да ты умеешь очаровывать женщин, а? Да пш, изи вообще. Я топовый, и ты меня не любишь. Чёрт, ещё нет. Эх. Ладно, поехали отсюда нафиг. Как-нибудь. А, разойдись. Блин, я не помещаюсь из-за вас. Ну ладно, объеду, хрен с вами. Золотые рыбки. Поехали домой. О, кстати. А вот Камила. Камила, привет. Камила, в смысле, привет, говорю. Care to talk? А поболтаем. Ой, это снова ты. Приветики. Миледи, вы прекрасны вообще, как никогда. А ты умеешь очаровывать. Да, где-то я это уже слышал. Камила, похоже, очень тобой увлечена. О, Камила, ты будешь моей. Слышь, как тебе дарить-то подарочки? А, у меня нет подарочков. Блин. Может быть, я могу чем-то помочь, а как тебе последние новости? Спасибо, увидимся. Блин, 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 блин. А помочь тебе нужно чем-нибудь, нет? Нет, не сейчас, блин. А как дарить? Сегодня ты очень мила вообще, как никогда. Да, ты уже это говорила, я такой весь вообще душка, душка. Как-то дарить, в общем, ей цветы можно, да? Ну все. А, там Клара какая-то. Или... А, Клара это той, которой я помогал. Она вот это вот улыбится. Так, ну и Камила как бы типа опа. Так что надо теперь бежать. Ой, зведите я, да, тут это немножко. Ура, ура, поздравляю всех. Наконец-то какая-то женщина обратила на меня внимание. Ну, в смысле, на моего персонажа. Поэтому мы теперь будем хомутать Камилу по полной схеме.
Она, как по мне, выглядит... Да, они тут все почти на одно лицо, но Камила выделяется хотя бы... Хотя бы хоть как-то, хоть не знаю почему, но, короче, вы поняли, да? Вот, едем домой. Сейчас берем кучу... А, это, наверное, завтра уже можно будет, да, ее одаривать цветами и всякой фигней. Так что... Отлично, погнали. Ну что, вот мы и дома. Какие дальнейшие наши телодвижения? Я пока не знаю, на чем особо зарабатывать деньги. Говорили там, там копи, тут копи, складывай яйца на ярмарку и все остальное. Ремонт не делай, все такое. Но я как бы хочу ремонт делать. Хочу, очень хочу. Смотри, у нас получается кухня готова. А прихожка вот эта готова. Спальня у нас, что такое, самое ходовое, спаленка у нас готова, единственное, что мебель поменять, но мебель уже как бы подороже стоит. Дальше, что у нас? У нас получается даже гостиная готова, все тут красоту навели. У нас не готово только вот это получается, да, стены. И вот спускаемся вниз, вот тут не очень готово. Вот тут у нас тоже не готово. И детская не готова. Детские пока как бы нам еще не нужны. Поэтому занимаемся сейчас быстренько что-нибудь купим интересного. Какой-нибудь этих отделочных материалов. А где они, кстати? Так, мебельный магазин. Купить отделочное покрытие. Вот. Покупаем отделочное покрытие. 300 евро. Да пофиг вообще на эти бабки. Смотри. Мы сейчас просто будем... шарашит себе дома ремонт потихонечку. Почему бы и нет? А кто нам запрещает? Хотите вот это ездить на крутой технике? Да, в баню крутую технику. Нам и так нормально. Мы сейчас захренячим. Потом, когда уже будет жена, будет работать вместе с нами. Вот мы вместе как-то потихонечку и заработаем на этот, на все остальное. В смысле? А тут почему нет? Да что это по полосочке по одной, алё? Так. Вот, шик, блеск, красота. Уже интереснее. Ну и, в принципе, продолжаем до самого верха. Ага, тут вот так вот это выглядит. А выше? А выше еще куча полосочек. Ё-моё. Какие-то бордюрики. Я вас понял. Каких-то куча бордюриков. Угу. Ну, в общем, какая-то вот такая вот красота выходит у нас. Потолок я уже зашарашил. Это хорошо. У нас, в принципе, уже почти весь дом внутряночка сделана. Единственное, что у нас еще снаружи что-то поделать, да? Какую-то красоту навести. И я, пожалуй, наверное, возьму... бетона этого, жижебетона. Крутого бетона. Ох ты ж, красота-то какая. Подожди, а что у нас тут? Тут все готово. Тут даже полы полакированы, все остальное. Так, тут готово. Куда нам остатки эти выработать? Остатки, я думаю, что мы вот сюда выработаем. Вот потолочек, например, сделаем. Жалко, что нельзя выбирать. Или можно? Напишите. А, все? Не хватило. Черт, ну ладно. Ладно, пока так. И мы еще немножко денег потратим, сгоняем за отдел... Да давай выходи уже. Сгоняем за отделочными материалами на бетон. Вот, гипсобетон 440 евро, но я даже, честно говоря, не знаю, какого цвета. Вот давай что-нибудь такое... Давай светленькое. Вот такой. Сейчас попробуем, сейчас попробуем. Я просто хотел сделать этот... Светлый дом, темные полоски. Давай сейчас попробуем. Вот у нас тут уже зелененьким есть чуть-чуть. Вот так вот, если мы зашарашим. Беленький домик. Чтоб по глазам долбил. Ой, ё-моё. Что-то, по-моему, слишком светло, не кажется тебе? По-моему, что-то слишком светло. Надо какой-то цветной, наверное. Хотя, ну не знаю, не знаю. По-моему, да, по-моему, слишком ярко. Слишком белый дом.
Это, по-моему, не очень. Напиши в комментариях, как это. На твой вкус, очень или не очень, когда дом белый. Но жалко уже, жалко, честно говоря, денег. Так, у нас вот первый этаж, считай, сейчас зашарашим. Оп. Немножко, конечно, неровно это все выглядит, но, блин, а что делать? Может быть, чуть-чуть потемнее надо было какой-то бежевый брать или что-то типа такого. Во, шикардос. А мы даже сюда достанем, смотри. Оп. Оп. Вот это я понимаю. Уже красота, красотень. А вот эту полоску, сделать какого-нибудь цвета другого. По-моему, будет вообще шик-блеск, охренеть. Единственное, да, вот тут. Да, и закончилось все. Черт, нам еще немного надо. Ну как немного, я не знаю, хватит ли. Но просто сейчас, если мы еще купим... Что у нас по бабкам? Что у нас по бабкам? 900 евро. Черт, 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 черт. Ладно, а хрен бы с ним. Чё, какая тут... Да, вот такой серенький надо было какой-то. А вот какого цвета сделать полоску, честно говоря, не знаю. Какую-нибудь темно-синюю. Или вот черной жалко нет полоски. Коричневую не хочу. Да, хрен с ним, с теми бабками. Бабки это зло. Делаем красоту. Наводим, чтобы Кларе понравилось. Или как ее там. Я забыл. Я забыл, как зовут женщину моей мечты. А, кстати, столько еще денег надо будет. Прям немерено, я тебе хочу сказать, на все остальное. А сейчас красоту найдем. Смотри, смотри, смотри. Ох, да. Вот это я понимаю. Я не знаю, почему она такая кривоватая. Может, такая и должна быть. Пустите меня, пожалуйста. Не, не хотят меня пускать туда. Придется через леса. А что это-то, алло? Вот. Туда не достану. А я так, снизу достану. Так. Шик, блеск, красота. Тра-та-та. Так, мы, получается, еще ставим леса вот так вот. Ну и если сейчас хватит на весь дом, это прям будет зашибить. Да, да что такое? Да. Кто ты? Как ты тут оказался, кусок? Куска. Дай пройти. Собака сутулая, чтоб ты... Ненавижу. Ну, собака. Шатал тебя 3 раза, блин. Какого хрена ты сюда залезла? О, эти собаки. Противные. Так. Вот. Отлично, шикарно. Кстати, серые полоски даже смотрятся более-менее. Собака, уйди нахрен оттуда, а? С лесов-то, с этих. Все, отсюда леса, получается, убираем. Отсюда убираем. Сейчас заходим туда. В дом. Так, подожди. Но я не знаю, хватит ли мне. Почти везде уже красотища. Единственное, еще остается чердак. Потом мебель всю купить. И все будет шик-блеск. Так, вот это мы замазываем. Главное, чтобы хватило. Все. Отлично. Я поздравляю, ребятки. Фасад до... А, нет, не поздравляю, ни хрена. Вот эту еще пипку. Пипку надо серую еще доделать. Но, тем не менее, серая, она уже даже сейчас более-менее смотрится. Так что, супер. Спускаемся нафиг отсюда. Давайте наблюдаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это я понимаю, домик. Это дом мечты. Женщина придет, скажет... вот это хозяин, вот это мастер на все руки. Ну и у нас получается что? У нас получается, что... Блин, я не знаю, что по первым делом. Коровник хренячим. Но я не знаю, есть смысл его в белый? Давай вот это, может? Все равно надо. А ну, красотень. Ох, красотень-то какая.
Вообще. Просто шикардос. Да, полосочки в любом случае надо будет выделить. Это без вариантов. Мне очень нравится такой стиль. Смотри, гараж какой шикарный получается. О, да, детка. Так, еще хотя бы на кусочек. Ой, шикарно. Даже еще на кусочек остается. Во! Эх, вот это жизнь пошла, я понимаю. Денег нет, да га в жопу эти деньги. Смотри, какая красотень у нас получается тут. Пофиг, что денег нет. Зато, вон, видал, что творю. Даже изнутри сейчас помажем гараж. А изнутри такой кокульный получается, да? Ну, кокульный так кокульный, ладно. Ну, это уже намного интереснее смотрится. Единственное, что... Ой, единственное, что... Эй! Верните меня назад. Единственное, что деньги сейчас особо негде зарабатывать, если только вспахать поле. Вспахать поле. И вспахать поле. Три поля вспахать. Но, блин, мы же понимаем, что это, конечно, вообще не очень весело. Единственный вариант неплохой. Я не знаю, почему им нужно именно пахать поля все время. Но я пока не очень хочу пахать поля, если честно. Кстати, серая полоска довольно неплохо смотрится. И жалко, что там нет черной какой-нибудь или темной. Ну, зеленая, зеленая. Зеленая на белом. Не знаю. Но хотя да, хотя... Хотя хз... Хорошее ли решение сделать белый дом? У нас теперь белый дом. Потом еще вот это все лаком скрывать. Прикалываешь? О, да. Вот я не знаю, только коровник. Ну, по идее, его или каким-то... Кстати, а вот это чем-то мажется? Фундамент с отмосткой. Мажется чем-то или нет? Возможно, чисто теоретически, надо было сделать чуть-чуть потемнее. Какой-нибудь бежевый дом. Кто опять тут? Трактора эти бесконечные. О, да. В общем. А, знаешь что? Идем затариваемся всем, чтобы уже было. И сейчас попробуем съездить подарить что-нибудь нашей возлюбленной. Да, у нас еще подвал, кстати, не реставрирован. У меня тут хранится кое-что. Смотри. Цветочки. Пиво будешь? Духи. И еще и все. Ну, кольцо как бы рано, скорее всего. А что, пойдем узнаем. Мало ли можно задарить ей цветочек. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что можно задарить цветочек, потому что она только сегодня, скажем так, вообще начала хорошо к нам относиться. Поэтому, возможно, дама нашего сердца скажет: а нет, дружочек, давай ты, короче, этот, спасибо, но не надо мне твои цветы. Камила, где Камила убежала? Черт! Клара только осталась. Блин, весьма не очень. А где она может быть? А вы не видели Камилу? А вы не видели? Черт. Она убежала домой? Она убежала в парк? Какой у нее маршрут? Вот кто бы знал. Вот бегаешь. Так, Лукас, Робин, Бекки. У меня все не те, все не то. Побежали в парк тогда, посмотрим. О, машина материализовалась. Ни хрена себе. Вот это я понимаю, нанотехнологии. А говорят, телепорт еще не придумали. Вон! Телепердируются уже машины в этой игре только в путь. Костер, пофиг на костер. Где тут вообще люди? Люди! Подожди, в смысле, тут же были где-то люди когда-то. Где мое нано-ультразрение? А, вот. Есть кто-нибудь? Блин, это все не те, кстати. Я не знаю, тут толпа. Тамара, ты тоже неплоха, но у нас уже есть... Объект обожания. Вон Камила. Ага, пришла тут тусить. Вот. Бегаю за тобой по всей деревне. Привет. Ну, давай, говори со мной, пожалуйста.
Care to talk? Да, приветики, добрый вечер, дружище. Не дашь, здравствуй, красавица. Так, а как дарить, чё? Спасибо, а как тебе последние новости? Может быть, я могу чем-то помочь? Hello, привет, so короче, nice я хз, как дарить, но so на nice тебе. That. Приятно Thanks. Слышать, спасибо. Нет, это, походу, не то. Так, слышишь, а если я беру цветочки в руки... Симпатичный предмет, обычный подарок для женщины. А, взять в руки нельзя. То есть, получается, должен, я так подозреваю, завтра, да? Или когда появится какой-то пункт задарить ей что-нибудь? И тогда она будет вообще шикарно себя чувствовать, вся такая радостная, да? Ты нравишься? Ой, в смысле, я нравлюсь. Hi. Hi. Ну, короче, этот нельзя ничего дарить. Удачи, увидимся тогда с тобой. Чуть попозже. Все, прощай, подружка. Не, извините, вы мне не машите, я уже все. Я... Любовь до гроба, да. Я уже, мое сердце занято, девчонки. Я тут, видишь, дом уже подготовил даже для любимой женщины, чтобы она пришла и такая, вау, я хочу тебя. И все. И все. Ну что, ребятки, на этом будем заканчивать. Да, Рекс, Шмек, Пекс, Фекс, Фекс. Здорово. А где котяра? Да, на этом будем заканчивать. Давайте, ребятки, ставьте обязательно пальцы вверх, если вам понравилась серия. А вот котяра, ты будешь есть? Да какая... Накормить кота. Ву. Вот, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Лайкосики ставьте, не жлобитесь. Вот, пишите свои советы по делу в комментариях. Рекомендуйте канал друзьям. Рекомендуйте не только друзьям, врагам тоже рекомендуйте, всем рекомендуйте. Вот, переходите по ссылочкам в описании, там есть второй канал, там наш Дискорд, там Твич, там все. Там все, там есть сайты, с которых я качаю моды, есть даже все моды, которые я могу вам дать, свои там есть. Вот, можете скачать по ссылочкам. Все, давайте, не болейте, всего вам хорошего, до новых встреч, покедово.